Так, всем привет, друзья! С вами Влад Широков, это мой видеоблог. В этом выпуске немного почитаем стихи, собственно. Мне кажется, это будет прикольно, интересно. Погнали. Лишь тот способен добрым быть, кому пришлось от злости выйти. Лишь тот узнает дружбу цену, кто испытал друзей измену. И лишь тому любовь дана, кто ненависть познал сполна. Я не скажу тебе, что значит дружба, мне кажется, слова излишни тут. Ты лишь спроси меня о том, что тебе нужно, и я приду, когда другие не придут. Приходит день, приходит час, и понимаешь, все не вечно, жизнь бессердечно учит нас о том, что время быстротечно, о том, что нужно все ценить, беречь все то, что нам дается, ведь жизнь, как тоненькая нить, она порой внезапно рвется. Я не то что схожу с ума, но устал за лето. За рубашкой в комод полезешь, и день потерян. Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это. Города, человеков, но для начала зелень. Стареет внешность, яркие черты, стирает время властно и жестоко. Тогда, как у духовной красоты, нет ни морщин, ни возраста, ни срока. Живи правильно. Будь тем доволен, что есть. Живи вольно, храни и свободу, и честь. Не горюй, не завидуй тому, кто богаче, кто беднее тебя, тех на свете не счесть. Выкинь все, что есть в твоих мыслях, грусть, пустоту и печаль. Помнишь, как ты подарил мне лето, в то время, как был февраль. Не слушай тех, кто много обещают, они обычно ничего не выполняют. Гони друзей, что предали однажды. Кто предал раз, предаст тебя и дважды. И не ищи любви, где нет ответа. В любви есть двое, нет других сюжетов. Быть может, времена уже не те, условия диктуют век спешащий. Быть может, времена уже не те, условия диктуют век спешащий. Но сердце так грустит о доброте, немодной, искренней и настоящей.